Доброе-доброе утро, мои хорошие. Блин, когда просыпаешься, так неохота поднимать свою задницу, потому что под одеялком так тепло, так уютненько. У меня зимой так всегда. Я как тот медведь, знаете, готова до весны быть в спячке. Но вставать надо. Ой, потягушечки, потягушечки, аккуратненько. Кстати, у меня вот шары висят с дня рождения, с октября месяца, и не сдуваются. Надо их уже выбрасывать. Моя зеброчка-красавица смотрит на меня в упор. Кстати, у ней такой глаз, с какой стороны на нее не смотри, она тебя сверлит. Угу. Обожаю ее. Так, ну все. Буду вставать, вставать, вставать. На улице погода такая. Жопа жопиная. Короче, вдарил конкретный мороз. Еще ураганный ветер. Так что надо сейчас собираться и переть. Ветер в харю, я хуярю. О, дорогие мои, хорошего вам дня, настроения и позитива. В первую очередь я долго смотрю в окно, потом на себя, как выглядит мое личико, не облысела ли я. Да, на голове у меня полный трэш, надо идти в парикмахерскую, но я не хочу. И у меня немного осталось от моих фиолетовых прядей, уже смылось. И, друзья мои, я продолжаю облизать. Вот такой вот трэш. Без слез не взглянешь. Короче, полный пиздец. Мой завтрак. Все очень просто и скромно. Обычно я пью чай с какой-нибудь вкусняшкой. Обязательно сыр. И вот я купила вот такие вот рогалики слоеные с шоколадом. Обалденно вкусная. Очень много-много шоколада тает во рту. Так что приятного мне аппетита. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Короче, сегодня так холодно. Вдарил прям мороз. Мороз, не мороз меня. Я за все время первый раз надела рукавички. Это натуральная кожа, мех. Ой, хорошечно. И девочки, и, конечно же, мальчики, я узнала такой рецепт тортика быстро, просто. И если это действительно бомбически, то это находка. Я сейчас куплю все, что необходимо, и мы с вами приготовим вкусняшечку. Ой, у меня рука просто отмерзает, невозможно держать телефон. По-моему, мой автобус. А я хожу туда-сюда по солнышку, чтобы не примерзнуть к остановке. Елочка, что-то огонечков нет. И звезды. Но подарки шикарные. Мне бы такой кто подарил на Новый год, а? И опять на острове. Между делом. Ой, столовка. Есть уже охота. Холодно, холодно, но ничего. Ведь рядом с тобой мне горячо. Пусть падает, падает на плечо снег, а нам не холодно вместе, нам горячо. Что нужно для супер быстрого тортика? Кукурузные палочки, вареное сгущенное молоко, грецкие орехи, сливочное масло и ванилин. Каждую кукурузную палочку я разрезала пополам, и у меня ушла целая пачка, 140 грамм. Грецкий орех я измельчила
и выбрасываю к палочкам. Так, затем я беру сливочное масло, где-то 150-200 грамм, плюс-минус, не принципиально, будет больше или чуть меньше. И соединяю сгущенное вареное молоко со сливочным маслом. Ставлю на слабый огонь, все время помешивая, до тех пор, пока не станет однородная масса. Получается вот такая вот однородная масса, сгущенка со сливочным маслом. Добавляю немного ванилина. Перемешиваю. И эту прелесть выливаю в кукурузные палочки. Все хорошо, аккуратненько перемешиваю и вот это все выкладываю в форму, аккуратненько утрамбовываем, чтобы оно так лежало все плотненько, и сверху можно по желанию чем-нибудь присыпать, например, там кокосовой стружкой, тертым шоколадом или какао. Я буду делать какао, потому что мне очень нравится эта горчинка. Вот так вот. Тортик готов. Сейчас отправляем его в холодильник, чтобы он остыл, застыл. И терпеливо ждем результат. Так, ну что у нас получилось? Ну вот так получилось в разрезе. Я уже отрезала вот такой кусманчик. Вот, все держится, ничего не распадается. И сейчас я буду пробовать. Кстати, бомбически вкусно. Очень интересный тортик. На быструю руку. Когда надо быстро-быстро, когда к вам бегут гости или самой очень захотелось. И, кстати, вот в магазине платить за торт это не меньше 700 рублей плюс-минус. А этот обошелся, ну, в 300 рублей. Вот, пожалуйста, вам. Очень-очень вкусно. Сейчас захлебнусь. Так что советую приготовить. Только единственное, его надо не в холодильник, а в морозилку. Пробуйте готовить такой тортик, удивляйте себя, свою семью. И я думаю, что это отличный вариант, когда надо прям срочно-срочно. Быстро, просто и очень вкусно. Все, мне приятного чаепития, а вам отличного настроения, здоровья и вкусной еды.